Одна из проблем, которая остро стоит перед сельчанами. С жителями Приозерного встретился наш корреспондент Дмитрий Попов. Прямого диалога между властью и общественностью здесь ждали давно, поэтому личный прием граждан первым вице-спикером Госсовета Крыма Константином Бахаревым вызвал большой резонанс. Неотложных тем на повестке дня сразу несколько. Село Приозерное находится в зоне подтопления. Для того, чтобы обезопасить местных жителей от чрезвычайных происшествий, там намерены построить специальные гидротехнические сооружения к 2019 году. Усилиями республиканских властей включен в федеральную целевую программу. И сейчас будем пытаться, может быть, сдвинуть сроки реализации на более ранний период, с учетом того, что угроза подтопления есть. Для одного из домов села Приозерное эти выходные стали настоящим бедствием. В результате потопа вода в комнатах поднялась до уровня колен. Магазин вода затекала. Вот она отсюда вот бежала полностью. Вот тут все затоплено было. Жители села Приозерное Ленинского района до сих пор устраняют последствия потопа. После обильных дождей здесь затопило 18 домов. Пострадал скот, имущество. Чудом обошлось без людских жертв. Совковые лопаты, ведра. В ход идут все подручные средства. Повозка это вот этот уровень воды стоял. Вот отсюда у нас здесь был напор. Вот. Он шел вот через огород, с гор. Вот так вот у нас здесь ходили, вот так вот воды было. Напор воды был настолько сильный, что выбило даже бетонный забор. Потоп уничтожил не только домашние укрепления жителей. Смыло и весь урожай с огородов. Люди спасались как могли. Эвакуировали детей, буквально вылавливали в воде свои документы. Я зашла потом уже, когда убирала, паспорт плавал на полу в луже. Подобные случаи не первичны для этого района. В 2015 году потоп был еще сильнее. Чтобы защитить село, тогда соорудили дамбу. Но сейчас она просто не справилась с таким потоком воды. Уровень достигал почти 2,5 метра. На помощь отправили технику, которая работает на строящейся федеральной трассе Таврида. На данный момент происходят работы по подъему уровня дамбы. В дальнейшем будут рассматриваться действия по предотвращению таких последствий в дальнейшем. Возможно, строительство каких-то более основательных гидротехнических сооружений, возможно, строительство обводного канала, чтобы производить экстренный сброс воды. Ситуацию на контроле держит МЧС. Всю воду из жилых домов уже выкачали. Причин объявлять чрезвычайное положение пока нет. Информация о состоянии дамбы постоянно мониторится. Сейчас администрация села обходит каждый затопленный дом, фиксирует нанесенный ущерб, составляются акты. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выделении компенсации пострадавшим. Асан Бибулаев, Денис Погорелый, Николай Пырх, Руслан Мимов и Алексей. Чтобы защитить село от повторного затопления, местной администрации было принято решение вырыть 15-метровые дренажные каналы глубиной около метра, а также отсыпать земляную насыпь, высота которой примерно 3 метра. В администрации Ленинского района объясняют, это временное сооружение. Оно поможет перенаправить дождевую воду в озеро, расположенное за селом Приозерное, на случай повторения сильных ливней. А пока местные жители самостоятельно пытаются защитить свои дома. После потопа в каждом дворе стоят вот такие импровизированные баррикады из мешков с песком. Переживаем, вот сидим, ждем. Ни ночь не спим, ни день не спим. Вот ходим, как эти, вот такого, все на нервах. Кругом, вот так, песком, за воротами, вот здесь. Чтобы хотя бы не пошла сюда вода, хоть немножко поток удержать. Последствия наводнения видны по всему селу. Затопило 20 домов, среди которых и дом Игоря Полякова. Рассказывает, бытовая техника и мебель испорчены. Воды во дворе было по колено, животных не удалось спасти. Бройлеры потонули, вот 45 осталось. 5 бройлеров, да, это осталось. Куры потонули тоже, вот, свиньи плавали. Теперь отцу троих детей предстоит восстанавливать хозяйство. Первые компенсации из бюджета Ленинского района пострадавшим от наводнения выплатят в течение 2 месяцев. В Министерстве строительства Крыма рассказывают, проблему с затоплением Приозерного может решить строительство комплекса гидротехнических сооружений в районе Михайловского озера, расположенного на 10 километров выше села. Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключили в мае этого года. Комплекс начнут строить уже в следующем году. А пока местным жителям остается надеяться, что временное сооружение поможет избежать повторения наводнения. Алена Свистельникова, Андрей Колупаев, Вести, Крым.